пожалуйста. 214 километров 943 метра ее результат. Сидорова, третье место. Дополнительный, повторяю, у нас 4 уже партнера, которые вручают свои призы. Это «Сибирское здоровье». Это RC Asics, это Farm Tone. Аня, молодец. Totex. И Power. Power Up. Power Up. Второе место. Знает Шиханова Надежда. Но, к сожалению, она так выложилась на дистанции, что не может сейчас подойти. Ее тренер получит за нее награду. У них маленький ребенок, 2 года ребенку, поэтому вы представляете, как сложно и трудно им было готовиться к этому чемпионату. И чемпионкой становится Ирина Масанова, Нижегородская область. Километр 454 метра. Это один из лучших результатов за всю историю. За всю историю российского спорта. Лучший результат на долгие годы остался у Ирины Риотович, 242 километра 624 метра.